Да снимем, бля, истории. Сейчас надо, чтоб Игорь поехал. Да. Слышишь, ты это, может, полный не загружай его, чтоб ты поехал с Румом. Или там нормально, коли проедешь. Так а тут глубина охеренная, они когда заезжали, я офигел сразу. Слышишь, а может тут постоять, вы тут его загрузите, а потом уже пустым вытаскивать его? Потому что полным, мне кажется, вы и не выедете ни хера. Вот так вот мы красиво сели. А там заезд, попробуй с той стороны, там нормально будет. Мы немножко утонули. Зараз они здесь, поехали носить. Носим на поле, нормальная ситуация, тут тем не стекает. Добраться до него тяжело. Так, пробуем достать буфер с другой стороны.